С тобой все будет хорошо. Добрый день, уважаемые подписчики. Едем на ферму тут одну недалеко. За теленком. Теленка мать очень в таком плохом состоянии. Выкормит, не выкормит. Проблема в том, что может и не выкормить. Но мы сейчас поедем с хозяином. Переговорим о цене и попытаемся забрать этого теленка и выкормить. Ситуация, естественно, в этом году у нас очень засуха была, поэтому скот к зиме подошел в очень таком плохом состоянии. А это все посередине. Да, в воде. Лови, 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 двигай! Держи, держи! Вали, вали, вали! Вали, вали! Бегом в машину, бегом в машину. Остань, остань. Серёг, ты же хотел под ним, обнимайся. Не дави на него, дальше смотри. Всё, гладь, гладь его, гладь. И думай, как его назвать. Всем в надежде того, что она будет расти. У нас по калмыцкому есть пословица. Старая, древняя. Асархла малболха. Это в переводе на русский, если ты будешь ухаживать за любым скотом, без разницы, ягненок, там, теленок, верблюжонок, если ты в ласку проявишь заботу, то это животное тебе воздастся своим. Она вырастет, будет тебе отдавать приплод. И вот эта калмыцкая пословица асархла малболха. Я думаю, что она еще будет телят нам приносить. С одной телки можно разбогатеть. Вообще по жизни, если с одной телки, с одной кобылы. С одной кобылы в истории, не в истории, а мы знаем, что с одной кобылы вырастают целые косяки. С одной кобылы. Не надо там иметь. Но это надо время. Но набранный опыт в детском возрасте, это самое главное. Вот есть еще калмыцкая пословица. Дасксын юмын, дасксын юмын, урдын беше. Это вот стародавняя калмыцкая пословица, это о чем говорит? Если ты научен чему-то, то это никогда навык, опыт не проходит. Всегда вспоминается, если ты научен. Особенно, если ты в детстве это все, в малом возрасте все это сделал, то она тебе потом... Все равно будет как опыт, она по жизни тебе будет пригодиться. Даже поймать того же теленка, даже поймать того же барана, это очень нужно навыки. Знать повадки и, естественно, физическая сила. Шустрота, реакция и тому подобные вещи. Сейчас просто с появлением этого телефона, кстати, этот телефон нас снимает,
многие как бы дети, наше подрастающее поколение забыли, естественно, свои традиции. Они в этих телефонах сидят целыми днями, ночами и только в телефоне сидят на лошади, в телефоне играют, дерутся, в общем, в телефоне, все, вся жизнь в телефоне. Поэтому надо детей от этого отрывать, чтобы они вот так вот как бы познавали этот мир без телефона. Вот такие дела. Вообще на эту тему можно говорить. Любое животное в перчатках скользит. Перчатки снимаем. Вам голыми руками хватает. Подождите, я покажу. Вы главное просто подержите, а основная масса тела на меня. Да, отойди. Слезай. Перчатки снимайте. Кидайте сюда. Смотри, батаря. Ты бери вот руками. Вот за эту ногу. А где мне взять? Откуда? А ты отсюда. И вот за переднюю вот эту ногу. Ага, и пошли. Пошли на меня. На меня. На меня. Так. Потихоньку. Тяжелый, хоть маленький. Пойди, смотри. Давай ногу посмотрим сразу. Вот-вот. Подожди. Она. Вот это все. Кубатова может туда брызнуть. Подожди. Гвоздь пробил. Подожди. Ничего. Это история этой теленка, у нее мать уже не кормит. Или как она? Чего? О! Пошла буленка. А пусть пока успокаивается. Может, еще комбикорм дадим? Нет, пока не надо. Напоить надо точно. Досады, босхия.